спектакль оказался очень живучим. Уже четвертое поколение артистов, ну вот молодые артистки недолго держатся, они время от времени уходят в декретный отпуск. Вот, мы об этом позже. Сейчас мы с Дмитрием Антоновичем споем в авторском исполнении первый дуэт. Дуэт Ломова и Чебукова. Вы помните, сосед Ломов приходит во фраке к своему соседу Чебукову сватать, значит, его дочку. А Чебуков несказанно рад, потому что, значит, дочка Наталья Степановна в девках. Все-таки предупреждать надо. Засиделась. Чего? Не говорил, что. Ну, поехали. Значит так, ты во фраке. Я во фраке. Я Иван Васильевич Ломов, 35-летний жених. Голубушка моя, Иван Васильевич, хотите сбежать? Степан Степаныч, я. Да говорите, что у вас задело. К чему сифрак, голубушка моя? Зачем душа моя так чинна? Ведь мы соседи, как-никак. Соседи, как-никак, в чем причина? Степан Степаныч, я приехал к вам просить. Не денег ли? Приехал к вам, один лишь выход, я ничем не заслужил. Помочь мне можете, хоть я ничем не заслужил, но я приехал к вам. Не дам. Приехал к вам домой. Да не размазывайте, ангел мой, что надо говорить раз. Сейчас. Простите за то, что слова истолкову, за дерзость простите меня. Но право Ломова, вы Чебукова, роднее, чем родная родня. Я чувствую сердцем, я знаю, наверное, что семьи так чудно близки. Вот я и приехал просить дерзновенно Натальи Степановны руки. Еще раз, мамусенька, Дуся, красивые эти слова. Я так рад, что ушам своим избавился, и кругом пошла голова. Так я на согласие Натальи Степановны рассчитывать все могу. Красавушка, муженька, вы желанны, скорее я за я вдовец, ну вы вдовец. Но ведь дедушки у нас в уезде обитают, и чувства нежные порой к нам вдовцам питают. Да мы и сами как-никак не без сердец. Не без. Не без сердец. Не без. Не без сердец. Не без сердец. Не без сердец. Небесный ангел белый кружит, встречает нежно. Оно, конечно. А у холостяка житье кромешно. Оно, конечно.
Да.